Привет, с вами Rover City, а это значит, мы будем говорить про обслуживание и ремонт британских автомобилей Jaguar и Land Rover. Как обычно, мы собрали для вас несколько интересных случаев и необычных поломок. За моей спиной Land Rover Freelander первого поколения, но последнего 2006 года выпуска. Здесь установлен V-образный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,5 литра. Машина к нам приехала с проблемами по рулевым механизмам. А именно, владелец почувствовал, что появляется люфт при вращении руля, что появляются посторонние звуки. Приехал на диагностику, мы ее провели и обнаружили, что действительно появился люфт в рулевой рейке. Это говорит о том, что элементы механизма изношены. Мы рейку демонтировали и направили ее в наш цех по ремонту рулевых рейк. Что именно мы с ней делали, мы расскажем отдельно. Рейка попала к нашим специалистам по ремонту рулевых механизмов. Они сначала провели мойку, затем дефектовку. После этого некоторые детали очистили с помощью пескоструя, заменили комплект сальников, заменили пластиковый элемент, который надевается на бегунок, и установили новые пыльники. Завершающим этапом является проверка гидравлической рулевой рейки на нашем специальном стенде. Когда мы убедились, что никаких течей не возникает и рейка полностью исправна, она возвращается обратно в слесарный цех и устанавливается на автомобиль. Здесь у нас Jaguar XF с 3-литровым компрессорным бензиновым двигателем на 340 лошадиных сил. Как и у многих высокопроизводительных силовых агрегатов, у этого мотора есть проблемы с системой охлаждения. Владелец заметил, что начал снижаться уровень антифриза, он долил охлаждающую жидкость и приехал к нам на диагностику. На самом деле, наши специалисты рекомендуют так не поступать. Если вы заметили неисправности в работе системы охлаждения, лучше всего вызвать эвакуатор и уже на эвакуаторе машину вести в техцентр. В ходе диагностики мы обнаружили течи помпы, поэтому механизм заменили на новый, а заодно поменяли приводной ремень и ролики. В конце мы заправили новый антифриз. Напомню, что эти моторы очень чувствительны к температурному режиму, поэтому даже краткосрочный перегрев приводит к очень серьезным негативным последствиям. Range Rover Sport 2011 год, 4.4 дизель. И, как вы можете видеть, силовой агрегат у нас находится отдельно от автомобиля. Демонтировали мы его для того, чтобы отремонтировать турбины. Без демонтажа двигателя, к сожалению, снять их не удастся. Владелец жаловался на повышенный расход масла. Мы провели диагностику и выяснили, что турбины гонят это самое масло, а значит, пришло время проводить ремонт. Примечательно, что турбины уже когда-то ремонтировали в каком-то стороннем сервисе. Подробно о ремонте нагнетателей мы расскажем из нашего цеха по ремонту турбин. А вот, собственно, эти турбины и приехали в наш цех по ремонту турбонагнетателей. Здесь, как вы можете видеть, одна турбина с электрическим актуатором, вторая турбина с пневматическим актуатором. И причем, что интересно, обе турбины уже ремонтировались, но в стороннем сервисе. Причем вот эта турбина ремонтировалась давно, эта турбина ремонтировалась недавно. Различия вы можете видеть, это наличие ржавчины. Как мы выяснили, что их уже ремонтировали? Вот здесь вот есть пайка, и она явно не заводская, потому что на заводе сварку и пайку проводят с помощью лазера. Здесь видно, что проводили это подручными средствами. Что нам предстоит сделать? Для начала мы обе турбины дефектуем. Затем горячую часть мы очистим с помощью пескоструя, то есть достаточно жесткой обработки. Холодную часть мы очистим с помощью аквабласта, более щадящий метод обработки. После этого мы заменим картриджи турбин. Установим ремкомплект электронного актуатора. Там внутри расположена пластиковые шестерни, которые со временем изнашиваются. И, кстати, ускоренный износ происходит, если есть проблемы с топливным оборудованием, например. То есть накапливается на элементах турбины много сажи, и для того, чтобы актуатор управлял геометрией, приходится прикладывать больше усилий. Соответственно, шестерни изнашиваются быстрее. Затем обе турбины мы собираем. Ту, которая оснащена электронным актуатором, мы установим на специальный стенд для настройки геометрии. Проведем ее настройку, убедимся, что все в порядке, и потом оба нагнетателя отправятся в слесарный цех для установки на двигатель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и задавайте вопросы в комментариях, если они у вас есть. Ну а если у вас есть Jaguar или Land Rover, вы знаете, куда его привести на качественное обслуживание и грамотный ремонт. С вами был Rover City. Всего вам доброго!